Здарова всем, ребята, меня зовут Кент АПК. Я думаю, вы все уже заждались обновления. Вам всем интересно, как же будет, что же будет в новой версии 0.13.0. Прямо сегодня хотел бы вам показать максимально правдоподобный концепт того, что вы увидите в будущем обновлении. Поэтому я вас прошу, все, кто ждут обнову, поставьте лайк и подпишитесь на канал Кент АПК. Ну что же, а мы начинаем. MyStandoff.ru – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru. Ну чё, надеюсь, вы все готовы, надеюсь, вы все поставили лайки, подписались. Ну а мы начинаем смотреть крутое видео про обновление. Так, что мы видим? Мы видим, ребятки, загрузочное меню. На этом загрузочном меню что мы видим? 4 персонажей. Что они означают? Они означают, что добавят 4 новых скина. Ну и, конечно же, добавят новое оружие. Это очень круто, но давайте смотреть дальше. Погнали. Мне очень интересно посмотреть, как же все это реализовано, потому что, пацаны... Сезон 1, прям как в трейлере, посмотрите, охренеть не встать, вот это я понимаю. Вот, блин, люблю я таких людей, которые делают подобные видеоролики. Блин, пацаны, сезон 1. А, да, кстати, а вы в курсе, что во время сезон 1 обновляют полностью все ваши ранги? Поэтому если вы глобал, то вы будете таким же, как и я, бронза 1. Так, ребятки, полетели смотреть видеоролик дальше. Сезон ранг? А что это такое? Что это? Да ну! Я понял. Пацаны, рассказываю. Эксперт по обновлениям Кент ПК сейчас вам все расскажет. Смотрите. Чем выше у вас ранг, тем круче у вас приз. То есть, смотрите. Спасибо большое моим друзьям Ван Хикс, потому что благодаря им у меня такой крутой инвентарь. Они мне очень сильно помогли. Там хороший штаб сотрудников и самые большие цифры. Вся инфа снизу. Также вы сможете получить хорошую премию по слову Кент. Самый низкий ранг вы получаете голимый бокс. Пацаны, мы знаем, бокс это вообще для лохов, поэтому бокс это не для нас. Дальше. Получаем кейс. Обалдеть, это круто. Дальше. Получаем новый скин. Подождите, о, смотрите, это какой-то G22, блин, какой-то бирюзовый офигенный скин, я правда хз, что это за скин. Дальше, когда мы апаем ранг, получаем промокод, хэштег, хочу промокод, блин, пацаны, прикиньте, если промокод будет на ножи, просто представьте, вы апаете ранг, вам дают промокод, и там халявный нож. Кстати, это было бы очень классно, потому что у многих киберспортсменов нету ножа. И было бы очень круто, если бы за ранг давали промокод, а в промокоде нож. Или 1000 голды. Не, ну хотя бы даже 100 голды. Если бы давали даже 100 голды, это было бы очень круто, потому что со 100 голды можно натрейдить себе на нож. Реально. И потом еще один ранг дают еще один кейс. Но скорее всего это будет кейс с нового обновления. Так, ребятки, смотрим дальше. Блин, пацаны, я вам скажу так, вот честно говоря, не буду врать, это просто лучшее, что я видел. Блин, как же все классно, и самое главное, все насколько правдоподобно, что просто срыв башки. Да ну, мы зашли в инвентарь? Вот это я понимаю. Не, ребята, я все ожидал, но чтоб такое, вот это просто пушечка. Блин, пацаны, кто ждет обновления, прямо сейчас поставь лайк, подпишись на мой канал и хэштег хочу обнову. Пацаны, посмотрите на вот этот скин, просто посмотрите, это какой-то MP5 классик. Вы ж помните, в трейлере была пасхалочка, что добавят MP5 и новый дробовик. И вот именно в этом видеоролике, блин, опять не в ту сторону, вот именно в этом видеоролике новый дробовик, видите, вот этот фадо. Там Мартиал Седов и MP5. Блин, как же это классно. Так по сути, такое оружие добавят. Кстати, MP5, по идее, должно быть очень дешевое оружие и очень классное. То есть оно будет почти как MP7, только лучше. И новый дробовик, у дробовика будет 2 патрона, и он будет просто с одной тычки выносить любого противника. Ребят, ну просто, если вы за это еще не поставили лайк, то просто... Вы поняли, да? Блин, как же это классно. Так, давайте посмотрим на MP5 Classic немножко поближе. Так, да ты что? А, и надпись Зона 9, правда надпись Зона 9, ну честно говоря, ну как-то немножко корявая. Но тем не менее, все равно очень классно. Как мы видим, это легендарка. Так, сейчас мы заходим в лобби. И что же будет дальше? Подождите. Ну, мы заходим в лобби. Обалдеть не встать, пацаны, ну посмотрите на вот это. Карта Зона 9.
блин, прям реально как в обновлении. Вот я отвечаю, то обновление будет примерно таким же, зона 9, представьте. Посмотрите, какая красивая иконка зоны 9. Эх, пацаны, блин, хочу зону 9. Так, а, это загрузка карты зоны 9. Вот это да, посмотрите, как все правдоподобно. А вот это момент с трейлера. Кто видел хэштег, я помню. Смотрите, видите, вот это типа мини-мапа, это момент с трейлера. Вау, блин. Просто я жду обновления, пацаны. Но у меня просто нет других слов, потому что я хочу в это поиграть. Ждем 0.13.0. Да, пацаны, ждем. Ссылочки на автора будут в описании. Давайте я вам еще покажу парочку скринов зоны 9. А вот это уже сама карта зона 9. Притом это не концепт, это реально какая была карта зона 9. И скорее всего ее такой и добавят. Плюс добавят кучу пасхалок. Да. Как только выходит обновление, я сразу же снимаю видео и показываю вам все пасхалки. Но, пацаны, обязательно подпишитесь на мой канал. Да, вот эта карта зона 9. Вот это диффуз бомбы. Блин, прикольно. А, вот это еще одна карта. А, это плент. Блин, пацаны, как же все круто. Я не знаю, честно говоря, у меня такая ностальгия, потому что вы, наверное, многие из вас даже не играли на этой карте, а я играл на зоне 9. И я помню тот момент, когда ее убрали. Нам вначале обещали, что ее убрали на время, а потом нас взяли и киданули, и не добавили зону 9 обратно в следующем обновлении. Поэтому, пацаны, ждем зону 9 в этом обновлении. Если вы тоже ждете, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну что же, всем удачи и всем пока.